черта я должен писать этот долбанный тест? Мальчик мой, тесты – это важная часть школьной жизни. Ты должен ценить каждое задание, чтобы стать настоящим героем. Ведь нет ничего лучше. Ты шинори, что за дела? За последние полгода у тебя просрочены все отчеты. Ты был на занятиях 4 раза, и 3 из них ты просто бил детей. Так это часть обучения. А знаешь, что это такое? Это мои больничные. Хотите передавать тест на лицензии учителя? Какого черта я должен писать этот долбанный тест? Уволю! Ладно, ладно. Эй, что у тебя в третьем? Б? Б! Ты шинори! А что это мы тут подсказываем? Я слежу за вами. Я же хороший учитель. Вернусь, проверю. Все, он ушел. Мы должны украсть школьника. Какого возьмем? При любого. Вот это нравится? Не, он не приходит. Ну и вот этого. Бабку похитили. Лол, репост. Ты шинори, какой кошмар! Ты что делаешь, репост героя теста? Что ты там вообще репостнул? В смысле Бакука украли? О, нет! О, нет! О, да! Кто такой Бакука? Ты же видел, как похищали качаны. Почему ты ничего не сделал? Как не сделал? Я поржал и забосил. Нужно его срочно спасать! Может, не будем без него так спокойно? Он же твой друг! Почему ты такой холодный? Ну, это с какой стороны посмотри. Мне тоже так не хочется. Я тебя уволю! Конечно, дети мои, мы не можем оставить юного Бакуга в беде. Вы же будущие герои, и с вами лучший учитель. Вперед! Что вчера было? Как паршиво. Давай по одному. Лидер, нужно менять место тайной организации. Не идет у нас процесс. А это что? Это вы вчера притащили. Я этого не просила. Ой, какие вы привередливые. Мальчик, мальчик, школьник, школьник. Что тебе не нравится? Кто он вообще такой? Эй, пацан, ты кто? Юэй никогда не сдается. Присоединяйся к нам. Нет, вы кучка обмылков, которые каждый вечер тусят в баре и думают, что они суперсекретная организация. Ой, смотрите, нас раскрыли. Вы что, серьезно ей налили? Она же еще школьница. Не, она не пьет, просто поделяться не хочет. Сейчас ты нам все расскажешь про Юэй и про преподавателей, понял? Говори, и все будет хорошо. Вы типа плохой и хороший полицейский? Нет, мы плохой полицейский. И очень плохой полицейский. А что вы здесь делаете? У меня здесь кровь Бакуга. Я превращусь в него и проникну в Юэй к моему милому языку. Директор, вы это видели? Ворот, толпа злобных родителей. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Пи-пи-пи, я просто мышка. Я ем сырок. Пи-пи-пи. Работайте, ну пожалуйста. Я тебе рожу сейчас обожру. Отстань от меня, лапки. Сам придумай что-нибудь. Все хорошо, когда я здесь. Точно, ты же здесь. Уважаемые СМИ, в сложившейся ситуации виноват всемогущий. Ну ты, крыса. Какой у меня пресс, какие бицепсы. А тут что такое? О, как интересно. Типичный Бакуга. Качан вернулся! Это же мой сладкий Изуку! Ты такой классный, я тебя обожаю! Тога, это ты! Я раскусил тебя! Что? Я вообще-то еще не превратилась. Типичный Бакуга. Че ты ко мне лезешь? Вернись! Мы с тобой еще не закончили! У меня есть план, чтобы спасти Бакуга. Какой, мальчик? Я долбану посильнее. Ну, а потом? Долбану еще сильнее. Так и становятся героями. А он далеко пойдет. Мы даже не знаем, жив ли Бакуга еще. Сейчас узнаем. Додадеку лучше, чем Бакудеку. Да какого хрена? Кто это сказал? Я сейчас приду и наваляю ему. Оп, живой. Мы должны незаметно проникнуть к врагу. Нужно выбрать позывные. Я буду крепыш. Не волнуйтесь, я в порядке. Отлично.
У нас есть в порядке. Я буду секси-киса. Занято. Секси-киса один. Тоже занято. Секси-киса люблю, Изуку, бери меня сейчас. И это занято. Да как же так? Кто первый успел, того и гиб. Мария! Школьника должны были украсть. Пошли в UA посмотрим.